вода пошла вверх. Вот уже который день Обь в районе Барнаула прибавляет по несколько сантиметров. Бия вблизи Бийска сразу по полметра за сутки. Коренная вода, она уже пошла. Другое дело, что она идет пока на территории Республики Алтай, с учетом сроков добегания. Но, тем не менее, можно говорить, что в ближайшую неделю у нас уже начнет формироваться вторая волна весеннего половодья. И это в среднем на неделю раньше, чем обычно. Уже через несколько дней специалисты ждут мощного притока воды в реках края. Пик половодья придется на период с 20 мая до начала июня. Максимальная отметка будет превышена в районе Сросток и Барнаула. При благоприятном стечении обстоятельств на 30 сантиметров. При худшем сценарии спрогнозировать сложно. Снега в горах больше нормы, и если его таяние совпадет с обильными и продолжительными осадками, резкий подъем воды обеспечен. Но повторения не бывает. Валового паводка 2014 все же не ждут. То была аномальная ситуация, которой не было за всю историю гидрометнаблюдений. И она сформировалась уже при условии, что в горах вообще не было практически никаких снегозапасов. Это был чисто дождевой паводок, сформировавшийся из-за того, что в течение двух недель на территорию Республики Алтай выпало несколько месячных норм осадков. И та ситуация никоим образом пока, к счастью, с нашим годом не перекликается. Обильные осадки в горах пройдут сегодня-завтра и 19-20 мая, говорят в гидрометцентре. Точную долгосрочную картину событий составить невозможно. Но прогноз по большой воде, подчеркивают синоптики, доведен до всех соответствующих структур. Елена Макаренко, Мария Костылева, Андрей Печоркин. День с толком.